Hola, soy Anna, и сегодня я буду говорить исключительно на русском языке. Сегодня я буду говорить на своем родном языке русском, и субтитры будут внизу. Многие из вас просили меня поговорить на русском, но я подумала, почему бы и нет, раз вы просите. Я, если честно, не знаю, о чем говорить, у меня нет какой-то определенной темы. Вы меня знаете как Анна Леукраняна, здесь меня все знают просто как Анну. В Украине никто, наверное, не смотрит мои видео, кроме моих родителей и самых близких мне людей и пары друзей. И я должна сказать спасибо вам за то, что именно благодаря вам я продолжаю делать эти видео, вы меня вдохновляете своими комментариями. Спасибо огромное тем, кто пишут комментарии хорошие. Спасибо за то, что вы меня поддерживаете очень сильно. Также спасибо тем, кто пишет плохие комментарии, так как некоторые из них являются полезными для меня в плане... Я как-то меняю формат и пытаюсь сделать лучше свои видео. Спасибо огромное за любые комментарии, которые вы мне пишете, а также за ваши сообщения. Я читаю все сообщения и отвечаю почти на все сообщения в Фейсбуке. Простите, но в других соцсетях у меня нет возможности читать сообщения, так как их там больше тысячи, и поэтому если кто-то мне отправил сообщение в Инстаграме, и я не ответила, это просто потому, что я их не читаю. Единственный способ, где можно, ну, действительно хоть немножко как-то пообщаться, это Facebook, поэтому пишите мне там. Как обычно, ссылка будет в описании. Также, не знаю, что, если честно сказать, уже сейчас Новый год, 2018 год. Я очень надеюсь, что он принесет вам только всего доброго, всего хорошего. И я очень надеюсь, что мы с вами увидимся в Гватемале. Я надеюсь, что очень скоро я таки насобираю достаточно денег, чтобы поехать в Гватемалу еще один раз. И, конечно, я очень надеюсь, что мы сможем с вами встретиться хотя бы где-нибудь в каких-то городах, если вы этого захотите. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем-всем-всем, кто меня смотрит. Всем, кто меня поддерживает каким-то образом. Простите, это видео не имело никакой определенной темы. И я говорила практически вообще ни о чем. Хочу передать привет Дилан Эрнандес, Марко Блэк, Майнор Эрнандес, Те амо мучо Гватемала, Густаво Леаль, Андреа Пакаха, Тобиас Диас-Диас и Эстуардо Линарес. Всем привет! Спасибо, что посмотрели мое видео. Увидимся с вами в следующем. Меня зовут Анна Леукраняна. Пока!